Что я сделал, блядь, сейчас? Тысяча 50 рублей, блядь. Новогодняя раздача топового лута от Cerebro Gaming. 100 крутых призов для геймеров проводится с 3 по 30 декабря. Успей забрать свою PS4, Nintendo или другие топовые девайсы. Также разыгрываются персональные тренировки на час, неделю или целый месяц. Условия акций в описании под видео. Cerebro Gaming – первая профессиональная киберспортивная площадка в России. 16 числа, 16 мне будет 21, 16 декабря. Стоит был всего один килл, спасибо большое. Сколько стоит? Даже не это. Упал на тачку, чтобы уехать. Нам это, по 50 рублей продлили. Ну, типа закатку за каждый килл. Спасибо большое тебе. Ну все, можно считать, что мы богачи. У меня в здании тип. Я, блядь, пистолет. О, клаш. Бинтуюсь, у меня аптек нет. Он на первом этаже, оказывается, крысил. Я думал, он на втором. Тихо. Полтинчик заработал? Да. Полтосик. Его тиммейты вначале еще были. Если там есть цевьё и аптеку, я бы взял. Флэшхайдера я могу отдать. Мне 7 смоков. Все флэшхайдера... 130. Полтинник подходит. За кукушкой. Право, слева? Слева, походу. Минус он. Да, слева. Значит, там... А, здесь 15. Бля... И полтинники мне достанутся. Аптек нет. На второй пошли чекать. Идите, идите. Тупо спрятался. Да, аптека была? Понял? Одна была. Ага, у тебя 20 бинтов. Или они залутали? У меня была одна аптека. Вот так. Ни аптеки, ни брони. Подло, за, блядь, за 50 рублей на киллы не так попотеешь. Болеем. Взрывы вообще сейчас на стену. Бля, броня есть у кого-то тут вообще? Ну нет брони, нет аптек. Там же, сука. Хз, как мне его убивать? Он же, сука, тут. И засел.
Точка, выходи. На крыше, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сука. Он меня не увидел? Или что это было? Я думал, я умер, я без амора, типа, был и... Ага. Лови. Выманил. А. А вот он ползал. Сейчас все нормально. Это не он. Мои деньги, сука, уползли. Не уползли. Черт. Чуть не уползли бабки. Так, армор у тебя есть? Ух. Было опасненько. Пипец там ротация, слышишь? Ой-ой-ой. Да там фейст играет. Тихо. Смерть и бабки. Да. Или бабки и жизнь. Ну, мне кажется, лучше бабки и жизнь. Где он? Чё, блядь? Он решил резать его? Он понял, что... Он думает... А, так, раз я не... Раз он меня заблочил, я его зарезаю. Чё это было? Найс, бабки, ну, поехали. Это тебе сатен, короче, прилетел. Авик, пожалуйста. Еще гроза, спасибо. Мне ведь надо две грозы. Ну что, две грозы играй. Окей. О, четко, теперь сразу видно.
говно тоже. Все, это самое опасное последнее. Больше нет этой находится. Где нокнутый еще в поле? В контейнер зашел. О, фраг, фраг бежит. Полтинник. У меня пуль мало. У меня же еще тут валяется полтинник где-то. Да? Где-то, да. Блядь, семерка не осталось. Его не добили. Семерка не осталось. Только он в ангар зашел, да? Да его не добивали вроде. ХЗ. Надеюсь, он дотечет, если он там. Бля, где мой 14-й фраг? О, дотек. Найс. Хотя я видел. Если он вылез. А, в доме еще есть. Понял. А их без конца здесь в этом кемпе? Здесь противники заканчиваются в этом кемпе, скажи, пожалуйста. Фарми, фарми, просто. А, они это. А, здесь у них спавн, да? У них тут? Рудник еще не истяк. Да, почему бы не попасть? Почему бы вы не попасть, профессионал херов? Настоящий нуб, блёк. О, за мной едет. Охота, блядь. Ошибка, брат. Без колеса, смотри на него. О, боже. Ну, это, кстати, другое, это не фулл Т3 тип, да? Доставка полтос. Надеюсь, что здесь нет никого. Ну, или если есть, я их убью. Блядь, насчет пиццы звонит. Сука! Я сейчас сдохну из-за этого. Отвечаю. Бля, бля. Хонты умирают. Пока я по телефону разговаривал. Ой, поинты, киллы. У тебя телефон на проводе, что ли? Почему? Че, нафига ты отходишь? Ну, я не отходил, но типа говорил по телефону. О. Гранат нет. Бля, вот была бы граната, я бы взорвал бы и все.
Ага. Жесткий, что ли? Блять! Что я сделал, блять, сейчас? Ты заебал, блять. Турнир больше с тобой никогда не играет. Иди, 1050 рублей, блять. Охуеть, блять. Все. Можно идти забирать пиццу, блять.